Когда мы там говорим о казахах и нагайцах, там эпос весь один и тот же. Герои все одни и тот же. Язык один, самосознание одно. Более того, сам этноним казах – это во многом историческая случайность. Казахи долгое время не называли себя казахами. Казахами нас назвали другие народы. И потом только мы привыкли к этому названию, но это часто в истории происходило на самом деле. Такие выводы Радик Тимиргалиев сделал, изучая эпос и сказания различных народов, которые сейчас проживают в Азии. Мало того, ему удалось отыскать и еще один интересный факт. А если мы поднимаем весь пласт наших богатырских сказаний, да, все эти предания, там даже слово «казах» практически не встречается, там фигурирует народ под названием Ногайлы. И этот народ это предки, основной предок вот как раз казахского, ногайского, каракалпакского народов, отчасти узбекского народа.